Всем привет, дорогие зрители! С вами канал «Недвижимость в Алании», Paradise Alania. В этот раз я нахожусь в районе Тосмур. А здесь продается 2 плюс 1. Наверное, самая бюджетная квартира в открытом районе, который подходит под ВНЖ. Хочу показать вам пляж. Здесь подземный переход. Песчаный пляж. Там речка Дим. Отсюда где-то 100 метров впереди, видите, там деревья. И за этим проектом, прямо за нею, находится тот комплекс. С бассейном, открытая территория. Калитку открываете, выходите к речке Дим. Здесь плавный ход. 500 метров вот до той лодки или дальше лодки, до пирса. Плит нет. Если есть, то одна маленькая плита, всего лишь в одном месте. Покажу вам дальше вход. Он плавный. Здесь вода попрохладнее, чем в других пляжах, потому что втекает речка плюс 6 градусов воды, или плюс 8, 12 месяцев в году. И здесь самая чистая вода, так как эта речка вытекает сюда, с гор, там речная вода. Пошли вперед в квартиру. Квартира находится в 90 метрах, 110-90 метров от моего места до здания. Есть ресторанчик. Сразу оглашу цену, дорогие зрители. Квартира 2 плюс 1 под ключ, которая подходит под ВНЖ, стоит 138 тысяч евро. Раньше она была 140 тысяч евро, как в месяц. Просто сейчас нам срочно надо ее продать. 2000 евро, делаю скидку. Квартира за мной. Ключи в машине. Звоните, покажу. И сегодня также можем подать заявку на сделку. И через пару дней квартира будет ваша. Смотрим. Вот здесь также можно лесенки, остановка. Подземный переход. А там лесенки и влево, и вправо. Две дороги есть, которые идут к этой квартире. Одна по набережной реки Дим, одна где-то здесь, прямо к этому проекту, с двух сторон. Тут рядом есть картинг. Одна дорога туда, одна сюда. Вот, отсюда прямо вниз и проект за этим проектом. Ну, я пройдусь по берегу реки Дим. Покажу вам красоту. Я поднялся на мост. Вот оттуда есть прогулочная зона. Вот коричневое здание, как вы видите. Пятиэтажка. Вид на горы. Глазами здесь все видно вот так. Не правда ли сказка, дорогие зрители? Я сам живу впереди, вот в той стороне. Прозрачная чистая вода. С той стороны тоже у нас район Кестель. Здесь район Тосмур. Там закрыт для ВНЖ. Район, тоже километр береговая линия. Там есть зона барбекю, каждые 20 метров. Мэрия Алании установила их, беседки и детская игровая площадка вот тут, прямо вот здесь, рядом за деревом. Короче, можете и там прогуляться, и здесь прогуляться. Километр здесь расстояние. В той стороне пикники, Дим пикники, наверное, вы их знаете. Водохранилище там 10 километров впереди. Есть пандус, невысокие ступенчики. Оттуда быстрее дойти до комплекса, здесь на 30 метров дольше расстояние. Вот такая прогулочная зона вдоль берега реки Дим. По вечерам там я сам прогуливаюсь здесь, с друзьями встречаю, так с дочкой прогуливаю, здесь собачки, кошки. То как может прогуливаться их домашних питомцев. Вот такие беседочки есть. Смотрите, какая красота. Ну, порой здесь мусорят. Вот, представляете, купите квартиру здесь, вышли, даже вилла не нужна. Вышли, речка рядом, море рядом, вся инфраструктура в шаговой доступности, там, рестораны, маркеты,
от этой квартиры в ту сторону 150 метров. Если хотите, сеть магазинов BIM, она вот здесь прямо за этим деревом. О, смотрите, какие цветочки красивые. Красота. Давайте я фоточку сделаю. Вот так. Так. Ага. Еще раз сфоткаю место. Так, пошли дальше. Глазами все красота. Вот видно вот так. Вот как я сейчас вижу, вы тоже будете видеть эту красоту, если приобретете недвижимость. Вот это здание. Вот оно. И все, почти дошли. Там есть открытая территория, а это 250 лир. Если подняли, то будет где-то 350 лир. Состоит из трех блоков. То есть калитка есть, на данный момент, я думаю, что закрыта снутри. И беседка напротив стоит. Открытая парковка снаружи, здесь тупик. Одно из тихих мест. Вот территория. Ну, я сейчас туда пройдусь. Здесь открытая территория. Вот перед этим зданием сеть магазинов BIM, пекарня, рестораны. В основном здесь проживают иностранцы с Европы. Раньше, ну, сейчас интернационально. Русскоговорящих также больше стало. И в основном проживают турки. Вот такая ухоженная территория. Бассейн уже открыли. Квартира находится вот здесь, как вы видите. Оттуда есть вид на речку, на бассейн. Санузлы, зона барбекю, беседка, там беседка. Проект был сдан в 2005 году. Мы заселились здесь в 2006. Вот зона барбекю. Вот такой тихенький комплекс. Красота. Можно купить, также сдать в аренду. Здесь минимальная аренда 900-1000 евро. И даже в сезон или долгосрок. Если вздумаете для инвестиций. Входим в здание. Здесь у нас лифт. Вот такой нормальный лифт, новенький. Недавно, кажется, года два назад установили. У нас этаж как бы первый, но он второй. Я пешком поднимусь. Вошел я в квартиру. Тут прихожая. Вот шкафчик можно убрать в будущем. Квартира под ключ. Заезжай, живи, все есть. Тут первая спальня. Там балкон. Освещение надо поменять. Тут минимум 13,5-15 квадратных метров вся полезная площадь. Ну, 13,5-14, думаю, есть полезная площадь. Проход есть, видите. Тут балкончик. Вот такой балкончик. Можете застеклить, смотри на соседнее здание. Можно черным стеклом застеклить и пользоваться как бы кладовкой. Вот. Так, пауза. Угу. Итак, прихожая. Мы отмеряли всю квартиру. Здесь минимум 88-90 квадратных метров вся полезная площадь нетто. Спальня 10,5 или 11,5 квадратных метров как минимум. 1,5, да. Потому что раньше строили как минимум 11 квадратных метров полезную площадь. Может быть 12,5. Сейчас не могу измерить. Вот.
Высота потолков 265 сантиметров. 265 должно быть. Один санузел. Мраморная столешница. Bosch стиральная машинка. Demir Doki накопительный бойлер. И все чисто, ничего не надо менять. Светительно, все, душевая кабинка. Вот. Можете даже душевую кабинку в будущем увеличить, вот так сделать. Поменять. Санузел тоже не маленький. Где-то 6-7 квадратных метров вся площадь. Тут освещение включается, батарейка отключилась. Так, теперь входим в гостиную. Гостиная, совмещенная с кухней. Вот сюда можно поставить два кресла и смотреть вот на речку. Окна надо поменять. Вот такой вид. Глазами все я вижу. Вот так. Вот речку так вижу. Вижу, как вы сейчас видите, горы. Вот какая красота. И этот вид никогда не закроется. Бэка холодильник, бэка посудомойка, арчелик, плита, вытяжка, духовки нету. Ну, что надо для жизни, все есть. Даже тарелки, ложки, вилки, стаканчики. Угу. И у нас здесь балкон. Вы можете даже сломать вот эту часть, увеличить балкон. Как бы совместить с гостиной. Или же оставить как есть. Вот здесь кладовочку себе сделать. Здесь тоже неплохой вид. Вот такой вид с балкона. Все, дорогие зрители. Цена 138 тысяч евро окончательная. Никакой скидки, никакого торга. Мы работаем только на комиссию. С вами был Агасий, Солнечная Алания, район Тосмур. Всем пока-пока.